Прошедшая неделя выдалась бодрой, сами знаете. Но, тем не менее, сейчас уже все, в принципе, нормализовалось, по сути. И, в общем-то, пик кризиса пройден, можно сказать, с уверенностью. Конечно, там остались выплаты еще, но это все мы разгребем на следующей неделе. То есть там я уже объяснял проблемы, но они чисто технические. То, конечно, вот происшедшее, оно все сразу тут навалившееся, и эта ипотека с моими там арестами и прочее-прочее, все тут оно к одному. Непрерывный какой-то поток идет из всех событий негативных. Ну и эти все руководители, конечно, младшего звена, неопытности, но все это объяснял. Задергались, заволновались, они вообще еще не привыкли к тому, что приходится платить. Они привыкли, до этого это был один плюс, по сути. В такой ситуации, что и структура надо забирать деньги, там, для них вообще там это шок. Ну ладно, это все, я не об этом хотел сейчас поговорить, это все, в общем-то, было и прошло сегодня.